А ситуация с коронавирусом. За последние сутки зафиксировано еще 3 летальных исхода. Это 2 женщины и мужчина. Умершим было от 57 до 68 лет. Новых случаев заражения 120. Прошли курс лечения и полностью выздоровели 185 жителей республики. Наряду со сложной эпидобстановкой в Хакасии отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю в больнице с признаками острых респираторных инфекций обратились почти 4000 человек. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения и школьников в возрасте от 7 до 14 лет. По данным лабораторного мониторинга, случаев заболевания гриппом в Хакасии не выявлено.